Блин, оно не записалось. Вон этот щенок, сейчас попробую. Тут выводок из трех щенят и мамы. Вот они здесь возле почты сейчас. Он ко мне подбегал, я думала, что снимаю. Оказалось, что я не сняла. Вон щенок. Мне надо знать название таблетки, которые вылечили вот эту штуку. Там явно он весь в этих струпьях и сам не справится. Такое ощущение, что его не лечат. И это, кажись, я знаю, что за выводок вот там вот на гаражах. Меня как-то возили осенью ставить амоксициллин. Там было одному плохо. Щенку там 4 было. Не похоже на тех щенков. Двое вроде чистенькие, а этот весь красный в зуде. Скорее всего, это чесотка. Уже не подойдет. Он подошел, я его рассматривала. Там корочек мало. Пока все надерто просто. Надо бы знать таблетку. Вроде ж там одну надо, а потом повторить курс. Какие-то венгерские вроде таблетки. И я его тогда подыщу и подкормлю. Я не знаю, какой это из форы, чтобы не выдрали, и тот другой не съел ее. Я не знаю, кто куратор этих собак. Вон он, малыш, он мучается. И там есть немножко кровавых пятен. А те два здоровенькие рядом.